Я сюда приехала в октябре 75 года. Я ехала, можно сказать, вслепую. Первый приехал сюда муж в июле. Обратный адрес указывал город Нижнеангарск. Представляете? 50 лет назад вот этот поселочек Нижнеангарск, он его называл городом. Может быть, чтобы я не испугалась. И мои впечатления. Кукурузник приземляется в Нижнеангарске. Я выхожу на трап самолета. Боже мой, а где же город? Стоят малюсенькие домики в два окошка. У нас на Дону, наверное, кухни больше летние у людей, чем вот эти дома. Я вылетала, было плюс 20 в Ростове, а прилетела минус 20 в Северобайкальске. Вы знаете, было так холодно. Вот у меня в первую очередь воспоминания тех времен, как я сильно мерзла. Вот нас отрядами завезли, забросили в нехоженую тайгу. Вот даже теплые вещи, унты или дубленку, это достать было здесь невозможно. В палатке мы жили до 29 декабря 1975 года. Чтобы вы поняли, что это такое, это вечером ложишься спать, и натоплена печка, буржуйка. Вроде бы тепло, и ты ходишь в халате, а утром просыпаешься, а в ведре на два пальца лед замерз. Уехать даже мысли не появлялось. Но тогда было одинаково трудно для всех, это была норма жизни. И ты не мог бросить и показать свою слабость. Город зародился и начал строиться на моих глазах, считайте. Я здесь 48 лет прожила. Вот я помню, как открывали ДК «Байкал». И мы брали с собой стульчики, одевали тулупы и ходили, смотрели фильмы. Вот когда первый фильм привезли, это был просто праздник для всего поселка. Танцплощадка у нас была. На дереве висел громкоговоритель вот такой круглый, а внизу стоял магнитофон, и было просто помост дощатый сделан. Мы сбегаем по очереди с мужем на ребенка, на сына посмотрим. И ходили, танцевали, и как-то это все было естественно. Я представляю организацию, которая занималась обеспечением абсолютно всем строителей БАМ. Без чего человек не может прожить на свете. Без чашки чая, без тарелки супа, без булки хлеба голодный человек трудовой подвиг никогда не совершит. Снабжение было хорошее, но одно маленькое «но». Здесь было все сухое. Сухая картошка трех видов, палочки, крупа манная и вообще как хлопья. Сухой лук, не поверите, с Кубы. Сухая морковь, сухое молоко. Мои дети здесь, которые родились потом первые 3-4 года, они все росли на сухом молоке. Мы не знали, что такое сырое молоко. По профессии я товаровед, и я товароведом всю жизнь работала. Я в основном работала на приемке вагонов с продовольствием, которые сюда приходили. Особенно трудно работать было осенью, потому что массовая заготовка овощей, фруктов, все это в большом количестве загружалось, выгружалось. Я могла домой прийти в 3 часа, могла домой прийти в 6 утра, а в 8 опять уже надо было идти на работу. И наши водители с нашей автобазы УРСА, они ездили в Усть-Кут, чтобы привезти на новогоднее подарки детям в 40-градусный мороз яблоки свежие. Это же фургон. Они каждые 4 часа останавливали машины и паяльными лампами грели внутри кузова. И они привезли сюда яблоки свежие, непермороженные. Вот я хочу, чтобы люди понимали, да, вы герои, вы строили тоннели, вы строили мосты, но те, кто работал со мной, мы не меньшие герои, чем все они остальные. Я вам скажу, что вот первые годы жизни на БАМе у нас не было ощущения, что мы какие-то особые, что мы какие-то удивительные, что мы герои и так далее. Я впервые почувствовала уважение людей к тому, что мы БАМовцы, в 1977 году в Москве. БАМ в те годы был оторван от основной жизни страны. Люди не предполагали, что можно жить в таких условиях, в такой трудности. И вот просто вот таксист везет тебя по городу, и мы с подружкой там как-то всегда интересуются, откуда вы. Ну вот мы объяснили, откуда с БАМа, и что это такое, как мы живем. Он притормозил, говорит, ну, ребята, вы герои. И вот как-то незаметно работала. Трое детей мы уже вырастили с мужем. А потом вот пошло то, что пошло. Да, развал страны произошел. Было трудно здесь
Ну вот я вспоминаю, допустим, 80-е годы. Это когда 0,5 килограмма сахара по талону на месяц, 2 килограмма мяса и 250 граммов сливочного масла. Вот эти талоны получишь, на них получишь, и как хочешь ты, так и пожалуйста, и корми своих детей. Самое страшное было, когда не платили по полгода зарплату, и когда там даже 2-3 месяца пенсионеры пенсию не получали. Но мысли не возникало, чтобы уехать отсюда. Вот что поразительно. Теперь это уже и моя родная Бурятия. Если там я на юге прожила 25 лет, а тут почти 50, это моя родина, моих детей. Люди, которые в 90-е, в начале, в том числе и мои коллеги, уехали. Они сильно скучают, они сильно переживают. Пытаются какие-то советы дать. А нам, местным жителям здесь, нам их советы совсем не нужны. Мы знаем, как жил и как живет сейчас наш город. И вот те 30 лет, которые они живут где-то там в России, уехали за счастливой жизнью. А мы эти 30 лет прожили здесь. Это мы ходили по пыльным проспектам. Это мы жили в щитовых домах. И потому всем переменам, которые сегодня в городе происходят, я настолько рада, я верю в то, что будет такое хорошее, большое будущее у нашего города. 50 лет начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сегодня, когда вся страна возвращается на восток, значение ПАМа становится вдвойне, втройне, более кратно важнее. И сегодня правительством, поручением президента реализуются проекты развития ПАМа, принято решение о строительстве второго Северо-Амурского тоннеля, в целом развитие БАМа. Поэтому БАМ был важнейшей стройкой страны. БАМ будет в ближайшие годы важнейшей стройкой страны. Наверное, это была пора юности. А юность всегда, молодость всегда вспоминается же самой счастливой порой. И вот это нас всех объединяет. Где бы сегодня бамовцы ни находились, мы были, мы есть, и мы остаемся бамовцами. Я вот когда думаю о своей жизни, несмотря на трудности, я понимаю, что я очень счастливый человек. И когда тебе выпадает шанс, вот говоря громкими словами, я прожила эту жизнь не зря. Я верю, что там где-то какой-то один маленький колышек в этой дороге, который забит благодаря моему труду, да? И если ты сделал такое дело, которое сделали бамовцы, построили дорогу, построили города, построили поселки, и все это остается нашим детям и нашим внукам, разве большего счастья можно желать? Так что вот. Спасибо большое. Вы очень круто.